стоит минус 16. Дима забыл мандаринки в машине. Они просто ледяные. Да, блядь, встреча века. Сальк встретился в Ростове. Свадебные блюда. Готовим с любовью. Дмитрий Иванов, 808 дороже. Ты куда, блядь? Ты чё, блядь, мы сейчас перевернёмся, нахуй, ты пидарасы, блядь. Санкт-Петербург, адрес. Не дай бог. Типа, ну прикольно. Ну давай, поворачивай. Короче, никто не завелся во дворе, кроме Пятнахи. Пятнаха сейчас будет всех наручать. Вот, а вы пиздели на Пятнаху, ибо она в лютый мороз спасла вас всех. Закон запрещен, нельзя обгонять. Не 40 км в час. Не уверен. Фура уже час. Не уверен, не рискую. Блять. Вау! Феврале? Смотри, шакал, шакал. Шакаленок. Напугаем его, смотри. Он что-то не особо убегает. Это реально свинцовые тучи. Это Боженька завейпил. Боженька завейпил. Лёй, посмотри, какое, да, разделение идет, прям ад и рай. Да что ты дергаешь? Сколько там на спидометре? 99. Забей. Лянь, посмотри. Лянь, вертолет, посмотри, зона отчуждения. Лежит снег, идет снег. Укутал он, спрятал вечерний твой след. Старый фонарь на дорогу льет свет. У фонаря чел, его никто не ждет, нет. Не жду, не жду, не жду, не жду. Сам не смотрю во тьму вдаль, не ищу тебя там. Молча грустит седой грязный пирог. Я замерзаю на нем, пока снег дразнит меня. Город окутала зима, замела до бела. Мы продаем очередную Димину дачу. Попали в снежную бурю. Только что ехали 5 минут назад, было солнце и сухо, и вот что, спустя 5 минут? Спустя 5 минут насыпало снега вообще. Барбос. Итак, спецпредложение, только сегодня вы можете выписать этот дом вместо 2-2 миллионов, 2,2. Вы получаете за 1,1 миллион рублей. Только сегодня. Обращайтесь. Писка, писка. Welcome to Rostov on Don. Привет. Привет, Андрей. Говорю, мы с Женей что-то слишком часто в этом году стали. Нам на самом деле нечего делать, потому что в 23-28 поезд, и мы решили пойти посмотреть самый кривой телевизор. Понятно. Да, самый кривой? Да, забирайте, пожалуйста. Хотите на видео попасть? Зря. Попсы не хотите. Ко мне приехал дорогой друг с Кавказа. В рот ему втунули. Этот Макси Вейпер. Кальянчику на еду. Вот. Наконечник и трубочку пускай пожует, да? А что? Короче, сегодня днем поступил мне звонок
от Жени. Я думал, он опять мне звонит из Туапсе, сказать, ну думаю, вроде не суббота, что он мне звонит. Сказать, что он в Сопле. А он говорит, а я в Ростове, говорит, уже давай встретимся. И мы встретились. Да. Через 2 часа у ребят поезд в Туапсе. Мы пока сидим в РИС-20. Жене очень понравился кальян в Ростове, и он хочет дома сделать себе такое же, чтобы бросить курить. Я думаю, как изготовить кальян. Нам понадобится 3-литровый баллон дроп/банка, шланг, рукав тормозной магистрали диаметром 10-20 миллиметров, ушные затычки. То ли носовые для расширения носа, врачебные такие, чтобы посмотреть наличие полипов на другой, области. Уголь у нас есть в депо. Уголь есть. Ну а яблоко сухое мы там же покладем. Не, мы будем на жердёле и на тютине делать кальян. И еще туда чуть-чуть этих синеньких добавим. Я думаю, добавим. Мы сделаем на шаурме. Местный Артурик сделать нам сушеную шаурму. И сделаем кальянчик на шаурме. Будет шикарно. Да. А так он, в принципе, безвредный, мне просто дерет горло, я хочу кашлять. Так и ни на что не влияет. Машина времени, она вот есть. Прошло. Гляди, полтора... Женя, дом перевернулся. Ебаться, сраться, ебучие уши. Катастрофы вселенной. Ибо нехуй астероидом падать на град Ростов-Папу. Да. Город воинской славы, как это опция. А, это тоже есть, да? Это у меня детская. Да. С молочным привкусом топленого молока, ебать. Я сейчас одену свою шапочку. У меня же, как и у тебя, губы трескаются, ебать. Да ебать, у меня губы так треснули, блядь, на 21-й. А губа не треснет. Что думал, он до колена, блядь, растечет. Да, надо хоть вас поснимать, ебать. Да. Чтобы вы в историю вошли. Подожди, мы успеем еще выпить по 0,5. Где? Идем? Вот там есть пиво. А там можно, да? Да. Сан Саныч, пойдем? А, ты за рулем? Там можно. Ты за рулем? Ты руль купил? Все, Бэха семерка. Так я только у меня и Майкла Джексона. Ну да, бабушке Бэтмена расскажешь. В смысле, ты не за рулем? За рулем. А, за рулем. За рулем. Ну ничего, Антона. Ой, Антона, Андрей отвезет. Заебал, ты по 0,5, время видел? 28 отправлений. Блядь, Сан Саныч, ты так переживаешь? Пьет. Еба, еще полчаса. Да хрен там. Время быстро летит. Он просто не пил, он переживал. Ну, реально. Ты нормально так выпил? А? Нормально выпил? Кого? Костя. Да. Могу больше. Здоровье позволяет. По второму пути производятся маневровые работы. Антоха, давай, всем привет, передавай. Ростовчанам, сальчанам, туапсинцам. Ростовчанам, туапсинцам. Ебать, что за стигматы индийские, ебанул ты себя. Что это? Это член на индийском. Офига себе. Вену скрывал. Ну, давай, рассказывай. На камеру нельзя. Телефон купил? Да. Дисплей разъебил, что звонил. 4000 поменяю. И в этом бизнесмен. А, короче, вкусно любовь, знаешь? Пизду сам встречается. Не, внутри. Что такое выходит? Я тут курица встречаю. Вкусно любовь, знаешь? Ну что, спасибо, Женя, что недельку пожил у нас в Ростове. Две. Эти 3 часа были как 2 недели. Честно сказать, первый раз в жизни вижу двухэтажный поезд. Да. На втором этаже нет электричества, он бьется. Двухэтажный вот первый раз в жизни мог собрать контактный провод и уебать. Добрый. 15-й. Это, ребят, это потому что вы в РЖД работаете, у вас двухэтажные поезда. И в это Рэмбо. 15, смотри. Да, ребят, а что вы не в 9-этажке поехали? Смотри. В принципе, как в РЖД положено, после номера 6 следует номер 15. Логично, да? В российских железных дорогах много всего очень интересного и необычного. Какое у вас место? 2-й этаж. 16-е. Дай бог его найти там с 1-го. Богом и стрезвым машинистом. Давай, ростовчанам привет передай. Не дай бог. Все, давай. Помаши в окошечко.
В моем городе осень гуляет под зонтом. С ней теплый вечер, встреча где-то под мостом. Привет, Ростов, привет, родной, давай обнимемся. Не забывай обо мне, мой тихий-тихий-тихий дом. Мой старый дом, в твоих окнах зажжется свет. И мне как будто снова 15 лет. Привет, мой двор, привет, родной, давай обнимемся. Не забывай обо мне, мой тихий-тихий дом. В моем городе осень гуляет под зонтом. С ней теплый вечер, встреча где-то под мостом. Привет, Ростов, привет, родной, давай обнимемся. Не забывай обо мне, мой тихий-тихий дом. Мой старый дом, в твоих окнах зажжется свет. И мне как будто снова 15 лет. Привет, мой двор, привет, родной, давай обнимемся. Не забывай обо мне, мой тихий-тихий дом.